Это видео про то, как часто мы бываем на пляже. Посмотрите, наш замечательный ланчбокс для пляжа, вернее кулер. Он очень хорошо оборудован, сюда можно поставить стаканчик, и здесь открывается, и можно складывать туда, вот видите, там до сих пор еще напитки и аэрозоли от загара. Вот такой вот кармашек сбоку. Можно его открыть полностью, поместить туда лед, что хотите. Но у нас осы свили гнездо. Так мы. И еще живут пауки. Мы живем во Флориде в 50 километрах от. Даже в 35. Даже в 35. Смотря куда ехать. От прекрасного Атлантического океана. И вот такая картина была обнаружена у нас при разборках на веранде. Осы свили гнездо. Там есть кто-нибудь? Там есть паук.